59-м году, вы знаете, что было событие в Советском Союзе. Железный занавес подняли, состоялся большой фестиваль молодежи и студентов. То есть к нам стали привозить эти фильмы, мы стали их смотреть. И вот композиция «Лунная река», которую написал замечательный композитор Генри Манчини, сразу же получила высшую награду «Оскар». Давайте послушаем эту композицию. Свою потрясающую музыку, свои песни и свои романсы.
мы сейчас услышим, и пока, ребята, готовьтесь, выходите, услышим потрясающий романс. Итак, Михаил Таривердиев, Андрей Вознесенский. Романс «Не исчезай». Поет Полина Шунтикова, за роялем Александр Контузуров.
выключился, и свет включился. Это было первое его выступление. Он молодец. Он справился, дорогие друзья. Спасибо вам за ваши теплые аплодисменты. Спасибо. Сегодня еще хочется вспомнить о Ирине Ваньке. Вы знаете, столько разных ходит мыслей и разговоров. Кто-то любит ее, кто-то не очень любит ее. Но так как на концерте всегда приходит очень много людей, и, как говорится, на всех же не угодишь, мы решили включить замечательную песню Елены в наш концерт. А исполнит ее Мария Леонова Шопен. Живет она в Соединенных Штатах Америки. Мы решили включить песенку,
Аидой Ведищевой. Вы все эту песню знаете и очень ее любите. Она сейчас поднимет вам настроение. И пригласили мы в концерт поучаствовать исполнительницу, которая стала обладателем лучшего голоса на всероссийском конкурсе «Вертикаль личность», куда каждый из вас имеет полное право заявиться и участвовать. Этот конкурс в том числе и для вас. Поэтому приглашаем вас, он состоится 25 октября. Вы можете приходить в Центр культурных инициатив как зрители все три дня подряд, 25, 26, 27 число, в любое время. Ну а сейчас на эту сцену выйдет лучший голос конкурса Марина Папст, смешной паренек.
Андрей Петров, потрясающий композитор, который написал огромное количество песен к фильмам, и музыку мы эту очень любим. Я иду, шагаю по... Убирают.
щемит, там что-то долго там крутит, понятно? Можно тут как-то мне помочь? Стоечку, например, убрать, она уже нам не нужна. Ну, мы тут как-то по-домашнему. Итак, на сцену сейчас выйдет хор. Как же без народной песни, как же без задорной частушки? И игровая свадебная «Белый день» Воронежской области. Мы сейчас с вами отправляемся в Воронежскую область. Вместе с концертмейстерами Виталий Немлий, Константин Коновалов, Сергей Пучинин, балетмейстер-постановщик Дина Куцевич, художественный руководитель Светлана Майзингер. Thank you.
сейчас у нас масштаб увеличивается, готовится к выступлению оркестра народных инструментов. Я с вами, опять, поиграю немножечко. Ребята готовятся. Итак, играем с вами в ассоциации. Вот если я вам, например, скажу самовар, куда мы с самоваром поедем? В Тулу поедем, а говорят, со своим самоваром в Тулу-то и не ездят. Действительно, когда мы с вами говорим про самовар, у нас сразу же ассоциативно возникает Тула. Правильно? Правильно. А если я вам скажу такое слово, как сирота? Казанская сирота. Вот так ведь говорили, правда? Казанская сирота. А если спрошу, скажу вам Гармонь? А? Какой город? Какие ассоциации? Гармонь. Надежда Плевицкая была такая знаменитая певица. Первая на сцену, она впервые вышла с народной песней. По старой калужской дороге исполнена была в таком костюме. И ее называли Курским соловьем. Надежду Плевицкую. Правильно. А если я вам скажу Никола? Питерский Никола. Никола Питерский. Как оно в кино-то было, да? Ну, Паганини тоже хорошо. А если я вам скажу Волк? Тамбовский Волк. А откуда это, кто помнит? Кого называли так? В каком фильме? Кто-то говорит по истории, по нашей. Ну, если я хорошо, ну, если не забыла, если помню, то адмирал Ушаков тогда в какой-то из ситуаций ему что-то говорит, да ты с этими мужиками, что ты на них? Как-то он говорит, вот Тамбовский Волк тебе, товарищ, а этот мужик говорит, он мне нужен. Вот он мне и нужен, этот мужик. По-моему, адмирал Ушаков, вот это уже с ним было связано такое выражение. Но если я вас спрошу, скажу, ну а валенок? Сибирский. А валенок точно сибирский. Молодцы, аплодисменты себе, мы хорошо с вами поиграли. И пока играли, оркестр уже у нас на месте. Как здорово, что в одном концерте мы можем с вами быть и в Рязанской области, и в Красноярске, и можем отправиться да куда угодно. Вот мы сейчас продолжаем наше путешествие. И на сцене лауреат международных конкурсов, оркестр народных инструментов Красноярского колледжа искусств имени Павла Иосифовича Иванова-Роткевича, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Красноярского края Ольга Гринберг. Песня красноярского композитора Александра Масленникова на слова Петра Чижова исполнит вокальный ансамбль в составе Елизавета Тузова, Полина Шунтикова, Мария Леонова, солист Илья Шатров, руководитель Ольга Микова. По городу сердце радость твою.
пришла Стакса, солистка. Как здорово, дорогие друзья, когда мы можем сегодня вспоминать тех, кого мы любили, любим и будем любить. Отношения, они никогда не стареют. И любовь, она вечна. И вот так они встретились в парке через много-много лет. И судьбы их вновь переплелись. Thank you.
пройти. А любовь никогда не проходит. Она вечна, она всегда живет. И если вдруг сказали, что ты знаешь, любила и больше не люблю, как-то взяла и разлюбила, ну значит, не было любви этой. Либо она была просто не настоящая, может быть, это была какая-то страсть. Настоящая любовь никогда не может пройти. И так память о твоей улыбке, когда тебя нет рядом, раскрасит все мои мечты, озарит рассвет. Взгляни в мои глаза, моя милая, и увидишь всю ту красоту, которой ты предстаешь для меня. The shadow of your smile when you run will color of my dreams and light till dawn. Look into my eyes, my love, and see вальса.
пролетят столетия вроде птичьих стаи. Пусть бегут столетия, вспоминай меня, где бы ни был ты, я жду тебя. Легче ждать столетия, чем 4 дня. Моя жизнь пропала, если нет тебя. Ты в краю далеком, не забудь меня. Я люблю тебя. Я жду тебя.
песни вместе. С лауреатом международных конкурсов оркестра народных инструментов, руководитель, заслуженный работник культуры Красноярского края Ольга Гринберг. Ансамбль вокального эстрадного отделения, руководитель Ольга Микова. Концертмейстер Александр Костузоров, солисты Полина Шунтикова, Мария Леонова, Рамазан Рахманов, Илья Москвичев и Илья Шатров. Благодарим колледж танца, руководитель Татьяна Лишевская, и хоротделение народное хоровое сольное пение, руководитель Светлана Майзингер, эстрадный джазовый оркестр, руководитель Владимир Дюков. Благодарим отделение звукооператорского мастерства, руководитель билетова Валерина Дуровина за помощь в проведении концерта. Звук Евгений Женинев, Андрей Залымов, Никита Карпов, Артем Коновалов, Андрей Штернер, Павел Сварильный Свет, Вадим Макеев, главный по сцене. Спасибо огромное всем за внимание. Еще раз. На бис.